Межвидовое заражение. Саланум смертелен для всех живых организмов, независимо от размера, вида или экосистемы. Воскрешение, однако, имеет место только среди людей. Изучение показало, что саланум, заражающий нечеловеческий мозг, погибает через несколько часов после смерти своего носителя, делая его тело безопасным для обращения. Зараженные животные погибают раньше, чем вирус может распространиться в их телах. Инфекции от укусов, насекомых, такие как москиты, можно также не принимать в расчет. Эксперименты показали, что все паразитические насекомые могут выявлять вирус и будут отвергать зараженного носителя все 100% времени заражения. Лечение. С момента заражения есть лишь несколько способов лечения пациента. Единичный упырь крайне далек от магического всесильного демона. Никогда не забывайте, что тело нежити фактически человеческое. Если какие-то изменения и происходят, так это те, что ожившее тело используется теперь инфицированным мозгом.